Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Московской камера зафиксировала, как водитель Mitsubishi Lancer проехал на красный и едва не сбил пешехода. Подробности в рубрике «Видеорегистратор». Материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. На улице Московская чрезмерно торопливый водитель «Лансера» проехал на красный сигнал светофора и едва не сбил пешехода, который шел на зеленый. Через несколько секунд автор видео поравнялся с машиной и с помощью сигнала как бы спросил у водителя, все ли у него в порядке. На перекрестке улиц Некрасова и Чапаева водитель Ниссана Куб рискнул здоровьем и лихо пролетел перекресток на красный сигнал светофора. Надо сказать, водитель встречного «Опеля» заметил лихача только в последний момент. Автоледи за рулем Kia, видимо, пересмотрела фильмы «Такси» или «Форсаж» и решила, подобно героям кино, поиграть в шашечки на дороге. На Советском тракте она подрезала автора видео. На загородной трассе автор видео испугался за себя и за ребенка в своей машине. Дело в том, что по очереди ему выехали в лоб два встречных авто. На улице Московская водитель Hyundai Solaris заставил обратить на себя внимание. Он поехал по встречной, промчался на красный сигнал светофора и повернул вопреки требованию знака движения по полосам. Еще один черный «Солярис» на улице Ердякова исполнил не менее опасный пируэт. Тоже по встречной и на красный сигнал он пролетел перекресток. За секунды до этого дорогу переходила мама с маленьким ребенком на велосипеде. На улице Свободы наглый таксист подрезал автора видео. В Кирово-Чепецкой камера зафиксировала странный маневр велосипедиста. Мужчина остановился в правом ряду, показал рукой, что собирается повернуть направо, но в итоге поменял свое решение. Мужчина медленно стал ковылять налево по диагонали, заставив злиться автолюбителей. Мужик, ты вот, блин. Молодец. Все по правилам, из правого ряда налево поворот. Тротуару ты не ехал, на перекрестке. Сергей Пичугин, место происшествия.